За два года в Одесской области степень доверия полиции, милиции или без разницы, как мы назовем, не изменилась. И на днях проводила нацполиция, все это в новостях по Одессе, это мы видели, проводила опрос, степень доверия нулевая. Да, не хамят, спасибо большое за это представителям полиции, но КПД ноль. И это отмечают все респонденты, это подтверждают все. Но, ребята, мне уже жалко стало Авакова, о котором так много говорят. Мне жалко тех полицейских, которых бьют, да, сочувствую. Но пожалейте вы украинцев, пожалейте вы простых одесситов, простых там жителей Полтавы. Вы извините, у нас реформа нацполиции имеет две стороны. Публичная, красивые мальчики, девочки, но не в лайках счастья в Фейсбуке сфотографироваться с ними. Это одно. А тут разгул политической преступности, бандитских формирований, тут политический рэкет, на который МВД сверху донизу закрывает глаза.